Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme C51. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Так, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Пароли аккаунта». Нажимаем «Добавить аккаунт». Выбираем Google. И теперь вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаю». И нажимаем «Принять». Таким образом мы добавили Google аккаунт. А если вы захотите его удалить, то вы нажимаете на него, нажимаете «Удалить аккаунт», «Удалить аккаунт» и «Окей». И можно, нужно подтвердить это действие либо паролем, либо отпечатком пальца. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.